Многие неравнодушные жители Темиртау выходят на субботники и наводят порядок по всему городу. Активное участие в этом мероприятии принимают жители старого города. Во время очередного субботника на помощь местному населению пришли представители темиртауского филиала казахстанской партии «Зеленых» Байтак. Уборку наводили в районе магазина «Труляля». Приняли послание президента «Таза Казахстан». Вот с нашими горожанами убрались. Такую огромную территорию взяли, еще несколько участков. В общем, неделю трудимся. С акимом города выбрали проблемные участки, самые такие тяжелые. Взяли их и вот довели дело до конца. Призываем всех жителей соблюдать чистоту и порядок. Не мусорить в нашем городе. В этот день совместными усилиями жителей была очищена обширная территория и собрано большое количество мусора. Асель Тулюбаева, Евгений Ходырев, Новости Темиртау.